Ну вот, видали? Выпендривались и довыпендривались до конца, а? Вы играть не умеете! В предыдущей серии мы вас 3-0 вздрюкали! Лохозавры! Самая худшая команда! Не умеют играть! Вот как вы про нас тогда говорили! Теперь мы будем здесь самыми крутыми, а вы будете всегда нам проигрывать! Ну так ясен пень, что мы проиграли! На это есть две объективные причины! Первое! Шоковое состояние! Я вообще в душе не понимаю, что вы нас киданете! Второе! Вас было 9, нас было 2. Вы что от нас вообще хотите? Вот в этой серии мы натренировались, в этой серии мы вас точно взрушим! Отойдем тактику обговорим, да? Хорошо, иди сюда, давай. Стойте здесь, мы тактику обговорим и придем, да, херей тактика? Ну его в баню, вот у меня какая тактика! С предыдущей серии было 9, сейчас их еще больше, ну ты посмотри только! Ну все, это все, мы точно проиграли, время сдаваться! Но в предыдущей серии их было 9, они победили нас в сухую только потому, что это был эффект неожиданности! Мы не ожидали, а в этой серии-то мы ожидаем, сейчас, секундочку, иди сюда! Иди сюда быстренько, иди сюда. Так, один мне, один, типа, забирай. О, это что такое? Прочитай. Она... Ты понял? Ты понял? Я понял. Ты понял? Я понял. Кто-то, я понял. Кто-то отвлекает, а кто-то... Понял. А, все, спрячь. Ну что, бабуины переростки? Готовы проиграть 3-0 сегодня в сухую? Это мы еще проиграем, вы на себя посмотрите, вы вообще играть не умеете. Значит, готовы. А манатки собирайте, ее забирайте, идите прячь. Ну, зачем прятаться? Нафиг, жулика, пошли. За что? Что я такого сделал? Вы тебе когда-нибудь говорили, что ты гений? Вот говорили, что ты гений? Не говорили? Так вот я тебе скажу, ты самый настоящий гений! И главное, это ведь не читы так-то по факту, это ну просто предмет такой. Поэтому это ты просто самый настоящий мегамозг, я тобой правда восхищаюсь. Ты вот сегодня нас к победе придешь, и ты отвечаешь. Хватит подлизываться уже, херить, я все понял. Хорошо, умный я умный, да, но только как бы ты не забывай, то, что их сегодня 11, а мы в первом раунде заминируем бомбу. Может, нафиг ее минировать, как в предыдущей серии, не будем такие же ошибки допускать. Да пофигу, на месте разберемся, давай побежали. Вы еще реально думаете, что у вас получится справиться с нами? Я у них главный командующий Грозный Клайд! А-а-а! Что происходит? Да помогай, там ты, Панцо! Там что, бегай! Господи, да на секунду! Да, на секунду, да замолчите, хватит стрелять, уже хотел нормально, хрейт, мы еще даже оттуда не выбежали, уже минус 3 сделали. Вообще-то я сделал! Ну, а я одного убил. Ну, получается 4, давай пошли дальше. Да. Я отвлекаю, а ты идешь туда, один туда. А ты умеешь что-то хорошее, это хорошее. Давай, разделяйся, а, идем туда. В оранжевый. Это а не... что тут оранжевое? Да, оранжевый. Да, нет! Я 30... Нет, я жду тебя! Оранжевый, вот они! Это коричневый! Оранжевый! А вижу, вот, вижу, поздно. Вижу, то есть я из-за тебя сейчас сдох, потому что ты цвета не различаешь! Но теперь Клайп знает, куда ты побежал! И то... Господи, вот это команда из одного человека! Да давай, беги сюда быстрее! Я тут один долго не протяну! Ядрёный муравейник! Вот это там народу! Кошмар! Раз, два, три, четыре. Нет, помоги, пожалуйста, тут бомба выпала. Да я как бы, я минус 2 уже только что сделал. Эй, Тюшенька, а ты там нормально сидишь? Я иду за тобой, иду. Шел. Хридули! Хридули! Отдайся здесь, я за бомбой прибежал! Да, господи, я только что 10 кило сделал, пока ты бежал! Да мне вопрос остать, где давай, ты давай, находишься? Давай, я тебя прикрываю и деминирую! Я зачищаю всю территорию, на тебя Клайд бежит! Больше не бежит! Да я только за это возродился! Давай, ядрён ты волка! Да что вы прикалываетесь? Кто-то бежит! Да стой,
ты на бой! Да где они находятся? Я уже всю карту обижал по 5 раз! Дурдом, они даже все вместе разговаривают, Хрейт. У них вообще тактики никакой нет, а у нас с тобой есть. Давай, давай, ноги в руки, вместе задолжны за бомбой бежать. А я там четко в амбаре валяется, четко посередине. Давай, давай. Давай, 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 я у тебя за спиной, Хрейт. Не отставает, обведи меня туда, куда надо. Ага, хорошо, давай, ты поднимаешь бомбу, если что. Я тебя прикрываю, ты минируешь. Да, хорошо, договорились. Жулик, плей, стой! Главное, не сдохни, молодец, молодец. Главное, не сдохни, они все бегут на противоположную часть, Хрейт. У нас есть все шансы выиграть, давай. Да-да-да, шансы выиграть есть. Давай, отсюда беги быстрее. Я не бегу. Вижу, это он. Ребята, не в бар. А вот они на доме с кирпичами на крыше. Надо, а, ребята! Попробуй что-то сказать, давай, давай. Да, Абу. А где бомба? Да в амбаре, ребята, это в амбаре. Господи, да мне реально куда-то в киберкотлетную команду надо пойти, потому что то, что происходит... Господи, стой, да, не порти мне серию убийств, Ксюха! Я сейчас тебя... Да, ребята, бегите сюда! А где ты была? Иду! Хрейт, посмотри, пожалуйста, наверх и пойми то, что нам срочно надо идти монтировать, минировать бомбу. Да, конечно, давай, берем бомбу, минируем и тащим. Давай. Ксюша, минус Ксюша, прекрасно. Софи Грей, куда это... Да, она просто бежит и башкой застревает в этом... Блок ударилась башкой и не понимает, куда бежать. Хрейт, у тебя один шанс, одна попытка, одна возможность, иди минируй. Да конечно, уже минирую, не переживай, мы почти так. Да, туда. Я иду за тобой, Эдуард. Он забежал в шахту, Хрейт, прикрывай меня, пожалуйста. Так я сдох. Ну так ты сейчас же стоишь! Ну так ты сейчас возродишься! Чё? Давай, бомба валяется, ее просто надо поднять, просто заминировать и просто затащить! Ты посмотри на счет, мы почти победили! Вот да, я об этом же... Молодец, я почти возле бомбы, я ее уже поднимаю! Заядрён его батон! Вот если... Я с воздуха! Если бы ты не сдыхал, как... Если бы ты не сдыхал каждый раз, вот... Да в смысле? Я же только вылез! Ребят, у нас 4 жизни! Вот именно! Всего лишь 4! Давайте, не умирай! Уже 3, жулик, плей! Уже 3! Смотри, какие 3, ты чего? Уже 2, жулик, плей! Уже 2! Так, меняем план, ребята, срочно все прячемся! Уже? Подожди! А сейчас пауза! 0! Команда синих потратила все доступные очки возрождения! Да, сюда, вот так вот! Идите, затащили, я ж говорил, что мы справимся! Вот и забирайте у нас эту свою бомбу, мы ее ни разу минировать даже не будем! Нафига минировать, если мы вас быстрее убьем, чем ее заминируем? Слушай, ты! Я с тобой сейчас разберусь в рукопашную, понял? Так игра... Еще раз! Не-не! Тебе мама в дверь стучит, потому что ты орёшь сильно, клань! 1-0 получается. Радуйтесь, да? Ну радуйтесь. Вы в предыдущем раунде победили только потому, что вы бомбу плантили. В этом раунде бомба у нас. Ага, кирдык вам всем. Давайте. Сейчас заплантим бомбу, задавим их количеством и все. ГГ, сейчас они опять в сухую проиграют. Побежали, Хрейт, пока они не дотопали до плента! Давай, быстрее! Они 100% к седьмому дому бегут, вон они уже там! Давай, побежали! Это быстро, самое главное, не отставай! Ребят, давайте побежали быстрее, чё вы медлите? И только, пожалуйста, я вас прошу, в этот раз говорите информацию, где они находятся, и то в прошлый раз мы именно из-за этого и проиграли!
Стой, ребят. Стой, стой, всем стоять, всем. Молодец, молодец, Херет, всем стоять на месте. Что ты тут делаешь, господи, побил, я обосрался. А? Че, подожди, а че, а че, а че, а че вы все в одном месте? Подожди. Херет, а мы как бы все, все, а? А мы как бы все всех раскидали, можно сказать? Да не всех, погоди, вот тебе всех. Кто-то минирует или мне как? Хлайпеда, ты свои эти котярские способности. Молодец, Клайп, так держать, побежали защищать. Я заминировал! Давай, давай, я крою! А я уже не впустит, ребята! Я обезвреживаю! Обезвреживай ее уже! Да господи, да я не понял! Каким образом? Так что ты от меня хочешь? Бомба лежит, она не взорвется! Ребята, мы победили этот раз! Поздравляю! Давай, мы очень близко от тебя! Я молодец, я ее заминировал. Дальше вы победили. Я тебя в кошачий детдом сдам в следующем раунде, Клайп. Да ты оборзел, какой кошачий детдом. А сейчас слушай меня внимательно. Ты туда, а я туда. План тебе понятен, Херет? Погоди. Абсолютно понятно! Слушай, ты меня удивляешь, у тебя не то, что ты... Да, давай, хватит подлизываться. Топаем вдвоем на одну точку, минируем и самое главное защищаем. А если одновременно... Короче, Херет, разберемся по ходу дела, да? Да, конечно, разберемся, давай, я уже тут близко почти. Давайте, ребята, так держать, как и в предыдущем раунде. Просто та же тактика, надо бежать, убить их и все. Вообще обалденная тактика, Икс-Данил. Бежать, убить их, их. Я их вижу! Они на Б или А! Короче, где-то там! Они на Б! Я тут раскидываю! Вижу Херета, он на крыше! Давай, 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 Херета! Как ты... Нет! Тебя жулик Плей убил! Ты че вообще играть не умеешь? Ты скоро, Херет, сколько тебя ждать можно? Иди на это, иди в амбар, я тут спрятался. Да я уже близко, сейчас, я уже лечу, ты не переживай. Амбар, говоришь? У них тактика играть на киллы, пожалуйста, будьте аккуратны и прячьтесь где-нибудь. Да-да, раскусили вы нашу тактику играть на киллы, раскусили, а все потому, что нам реально легче убить вас 40 раз, вот это вот все получается, да? Ну, получается так, зачем нам ставить бомбу, да? Вот и я не понимаю, зачем нам ставить бомбу, мы же реально просто 40 раз их можем убить, и все получается, да? Ну, получается так, да, сейчас бомбу охраняем, и нормально все. Вообще, на бомбу! Херет, помнишь, что нам надо делать, да? Да помню, погоди. Давай, самое главное, ты там... Давай, прикрывай амбар! Да я прикрываю, погоди, у меня тут проблемы! Какие проблемы, Херет, у нас очень мало времени! Да я понимаю, все нормально. Давай. А где бомботы, я ее пытаюсь лечить, а вот и... Ну нам же осталось защитить один раунд! Да нафиг, я в этой жизни по... Подожди! Ты понимаешь, что я сейчас сделал? Они не смогли просто... Я могу встать уже, я заколебался ползать здесь. А что произошло, я не понимаю. Все сдохли! Они просто не смогли найти бомбу, я заминировал. То есть ты мне даже не понадобился. Ну вот и офигенно, нам даже вот этот твой план не понадобился. Вполне себе честно затащили, да? Затащил! Я ни одного человека не убил, я ничего не сделал. Я бомбу заминировал, сдох, и она взорвалась. Погоди. Клайп!
Чё надо? Он опять за нами подглядывает. Иди сюда, ядрёт фокусник! Ты будешь ещё раз фокусничать, я тебя потом найду! Где бомба была? Набирай срочно кошачий детдом, он меня бесит. Хватит наступать мне на лицо, а ну слезь! На. Да. На. Я тебе сейчас... На. Ага, на. Слушай меня внимательно еще раз. Сейчас так, как в предыдущем раунде, мы сделать не можем. На это я и подготовил вот эту вот дичь на эту серию. Поэтому, как только они заминируют бомбу, мне надо, чтоб... Что, не получается? Че, прикалываешь, что ли? Я выбросил, поднять не могу. Ну, зато у меня есть... Как только они заминируют бомбу, мне надо, чтобы ты... А я уже все сделаю. Разминирую. Понял. Пацаны, тактика та же. Прячемся тихо и не сдыхай. Стреляю, как только видим их. Понимаете, понимаете? Информацию подаем. Так-то не дрянь. Ты какой уже десятый раз вздыхаешь за эту серию? Вот жулика про это, он стрелять не умеет. О, господи. О, подожди, подожди. Да что ж вы? Вот, да, вот. На меня побегают люди, которые стрелять даже не умеют и стреляют! Тактика очень проста, все бежим на Б, и все! Ой, на А или Б, я не знаю! Так лайф выучил, лови, а потом выпендривайся, окей? Давай, помогай, помогай! Это парочка на Б! Все! Больше меня не убьешь, волка! Там без... Так, подожди, сосиска! Сосиска, подожди, сосиска! Да, подожди, и гречка, подожди! И... Давай, давай, сосиска! Дрёт ты, подобник, опять столько кошмар! Да не переживай, зато мы стоим туда и заходим! Котяра, не туда побежал, да? Не туда... Да что ж ты будешь делать, я не понимаю, а? Да подожди! А ну давай! А где ты тянешь? Ну я убил пол команды! Давай, жулик Плей, у тебя бомба! Ты хорошо справляешься, минируй ее, как в предыдущий раз! Слушай, если он один раз заминировал удачно бомбу, и она взорвалась, это не значит, что он хорошо играет! Ага, не хорошо играет, он отлично играет, чтоб ты знал! Чего ты делаешь? Да не бьет! Хорошо, 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 просто замечательно, просто... Просто хорошо, 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 еще раз хорошо! И этот херит, я тебя жду! Да я сдох, я скоро буду, не переживай! Да ты че тут забыл? Котяра, ядрен батон, на, получай и помолчи, пожалуйста, я тебя умоляю, помолчи! Он на ферме! Подожди, подожди, а так хорошо, а сейчас! Не мой... Я просто отвлекаю ваше внимание! Кто минирует? Чё, кто минирует? Давай, давай, давай! Жулик Плей на Б! Как в смысле на Б? Так... Да подожди! Да я убил его! Молодец, Герейт! А ну-ка, руки в ноги, ноги в руки! И на Б беги! Бежим через мост! Давай я тоже на Б! Я тут один не справлюсь! Подожди, да ядрен ты батон, да я жиробасина, жиробаская колбасы переел, я ядрен батон, я не могу пролазить в окна, задержи их буквально на пару секунд, Хрейд, и все будет хорошо. Да задерживаю, как могу, тут клайм до мосту, так, ё-моё, их тут много. Я эту, о, нормально, пешку убил, я в этой серии... Ксюху ни разу убить не могу, она как будто бы неуязвимая. Да все уязвимое, все, я тут справляюсь, растаскиваю всех. А ну тогда я здесь посижу, вот это раз тебе моя помощь не нужна. Да в смысле, ему нужна, нужна, давай. Ну тогда жди меня. Да жду, ну, жду, 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 жду. 150 слоев кожи. Она сзади, сзади, сзади. Я уже знал, я вдох, патроны кончились. Подожди, сосни, а сейчас... Заколебал меня жулик Плей. А сейчас минуточка внимания, пожалуйста. Спасибо за внимание. Продолжай! Я ее ненавижу. Она неубиваемая, но меня каждый раз откуда-то убивает.
Получила, да? Получила, чайник, получи, там еще Софья, да, молодец, помнишь, что надо делать, я вижу, убил ее. Давайте, ребята, я сейчас уже начинаю плейтить, давайте все быстро сюда. Да, так, нет, пожалуйста, блин. У меня сейчас, я сейчас сознание потеряю, я не понимаю. Помогите уже, забудьте ее! А сейчас минуточка внимания, пожалуйста. Не-не-не, не надо ему минуточку давать, это обман! Ты откуда? А сейчас спасибо за... Подожди, Херейт, сейчас мы с тобой. Да-да. Депозит! Подожди! Да не трёт потом! У меня всё. Опять! Я ухожу! Я убегаю отсюда! Нафиг надо вот это! Нафиг надо! Я эти... близкая! Нафиг надо эти приколы! Вот здесь! Я не понимаю эти приколы! Не понимаю! Я прикрываю! Да как? Сколько вас здесь? Я не понимаю! Молодцы, держите бомбу, держите! Да! Ты ее лежа раздевутил! Ты ее ногами, что ли, раздевутил или что? Где тебя такому обучали? Посмотри наверх. А что там? Посмотри, там счет 3-1. А, 3-1! Вдвоем! Против 11-рых! 3-1 против... Господи, да я в этой жизни настолько вот это преисполнился в своем познании, то что я уже так... Да мне уже ничего не надо, я уже такое видал, то что меня уже ничего не удивит. Спокойно. Что? Не ты преисполнился, а мы преисполнились, понимаешь? Мы преисполнились. Вы там кота своего успокойте. Вы там молчите. И даже не отвечайте, пожалуйста. Потому что с таким позором я бы прямо сейчас из Майнкрафта вышел. Да, ну вы и зажрались, конечно. Из Майнкрафта выходи. 20 секунд осталось, Херейт. Да. Уже меньше. 20? Да. Ролик почти заканчивается, уже этот... Темнота! Скоро темнота на экране это, будет, и все, уже 10 да, секунд где-то. Да затыкай уже быстрее, тебя давай! Тебя куда-то все! Или ты тыкаешь и куда-то переходишь, или темнота! Пару секунд. Или все...